В современном мире часто деньги, минуя кошельки, переходят от человека к человеку по сети. Этим и пользуются мошенники, которые на момент совершения преступления могут находиться далеко за пределами не только города, но и страны. Главной их мишенью становятся люди пенсионного возраста. Основным направлением мошенничества является так называемый фишинг, то есть выуживание конфиденциальной информации у людей для совершения последующих операций уже с их банковскими счетами. И очень актуально в том числе и для людей пенсионного возраста. Также специалисты Банка России рассказали о признаках добросовестной кредитной организации, технических аспектах интернет-покупок и финансовых пирамидах. Подобные образовательные встречи представители банка проводят также в учебных заведениях и рабочих коллективах.